В Дагестане успешно реализуется программа «Комфортная городская среда». Напомним, инициирована она главой республики Владимиром Васильевым. В Буйнакске, Кизляре, Хасаюртовском и Табасранском районах обустраиваются дворовые и общественные территории. Патимат Бурзиева расскажет подробности. В Буйнакске начаты работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется благоустроить 5 придомовых и 4 общественных территорий. На одном из объектов, в микрорайоне «Дружба», завершены подготовительные работы. Проведены планировка и разметка территории. Ведутся работы по замене ветхих канализационных сетей и теплотрассы. Устанавливаются бордюры. Каждую неделю по средам мы собираемся. Все наболевшие вопросы подрядчики нам задают, озвучивают, и мы согласованно по ходу решаем все проблемы, чтобы не сорвать и в установленные сроки сдать программу. Завершены работы по демонтажу старых железобетонных плит на пешеходной зоне по улице Ленина. Предстоит уложить тротуарную плитку и брусчатку на площади. Это более 4000 квадратных метров. Благоустраивают территорию сквера «Скорби». Намечена укладка тротуарной плитки, установка бордюров, а также планируется оградить территорию по периметру, установить скамейки и фонари. Ну а в селе Солнечное Хасавюртовского района открыли общественный парк. Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией открытие сквера прошло с соблюдением всех требований безопасности. Это первый парк из 4, который строится в районе по проекту формирования комфортной городской среды, где после снятия режима самоизоляции жители сел с детьми смогут отдохнуть. Это уникальный проект. Даже когда в начале волонтеры приходили, говорили нам, показывали проекты, мы не думали, что это будет настолько красиво. А сейчас смотришь, такая красотища. Игровая детская площадка появится скоро в Калининауле. Территорию уже забетонировали. Объем работы выполнен на 40%. По итогам торгов появилась возможность на сэкономленные средства благоустроить аллею устроящегося парка в селе Инчха. Сдача всех этих объектов запланирована на 1 августа. В Табасаранском районе благоустраивают скверы в 3 крупных населенных пунктах – Татиль, Дарвак, Дюбек. Запланировано устройство бетонных плитных тротуаров, металлическое ограждение, освещение, установка урн, скамеек, беседок для отдыха, оборудование детской площадки, а также озеленение территории. На данный момент рабочие подрядные организации устанавливают бордюр, укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время начнется сооружение детской площадки.